Сегодня стал известен список партийных кандидатов и одномандатников на выборы в областное собрание депутатов 7-го созыва. По единому избирательному округу зарегистрирован список кандидатов от 6 политических партий. Всего почти 200 человек. Есть несколько самовыдвиженцев. Сегодня избирательные комиссии заканчивают регистрацию кандидатов. И к вечеру как бы информация уже будет обобщена. Более 100 кандидатов в округах выдвинулись. А по поводу нарушений как таковых пока не зафиксировано. Уже 5 августа пройдет жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для теледебатов и агитационных роликов, а в понедельник будут распределены места кандидатов от партий в избирательных бюллетенях.